Ребят, всем привет! Смотрите, я вышла сейчас на новую комнату Митина, 13-метровую комнату, P44 серия. Потолки будут упутежные, но что, ребята, проблемы. Вот опять проем у меня, 2,5 метра мне купили хозяева. Смотрите, ребят, вот тут вот наверху вот этот вот напор над дверью, он последний этаж. Криво поставлен, выдвинут сюда в комнату где-то на 2 сантиметра. Значит, равнять я комнату, в комнате стены так не стала, на 2 сантиметра накидывать. И вот эту вот часть, вот эту четверть, уголочками, сейчас пришел замерщик двери, он сказал, что тут он доставит за счет наличников. Вот. А мне только уголок вот этот сделать верхний. Что я сейчас, ребята, и делаю. Сейчас я робота оставалась у хозяйки мешок. Она вчера уже сама начала накидывать эту, вот эту часть. Вот. Я сейчас вам покажу, как я тяну верхнюю часть вот над дверью, правильно, вот так потягиваю сверху вниз. Так, ребят, вот, значит, у меня одно правило вот, хозяйское 2,5 метра, а мое старенькое 1,5 метра. Собираюсь на хозяйскую вот, алюминиевую стремяночку. Навела себе ручпатель, я опять сломался сейчас. Разбирала. Ну ладно, хоть. 2-3 квартиры на нем сделала. Так, ребят, собираюсь на стремянечку. Ну, в принципе, сейчас я робот. У меня один мешок робота, а все это был. Вот, вчера хозяйка начала уже тут вот намазывать. Я ей приказала, говорю, бросайте все свои освещения, начинайте мазать эту яму. Очень глубокая тут яма была, ребят. Вот. Но я вот ее похвалила, она говорит, да никак не с вашей ямой, приходите и давайте работайте. И вот, ребят, видите, что я придумала? Вот уголочек, стене, вот металлический, и вверх, по уровню, выставила, приморозила, и сейчас я ее буду стягивать. Ребята, беру 30 сантиметров штукатурной шпатли, жесткое лезвие, теперь беру вот такого стерлочек свой, 13 сантиметров, шириной 10, очень удобно, ребята, у вас.
Стоит, и по углу очень хорошо вы углы прорабатываете. Со шпателем
никакого углового покупателя, вот таким языком вы сможете любую проработать. Вот. А у меня будет будка вот эта прямоугольная. Нормально.